Всем доброго времени суток, и сегодня я покажу, как установить библиотеку того или иного инструмента в Контакт 5. Все очень просто, вот у меня уже есть Контакт 5, открыт он, здесь есть несколько инструментов, и я хочу добавить ретро-машины инструмент, называется это инструменты синтезатора. Приступим. Когда мы открыли, вот вкладочка библиотеки, есть кнопочка «Добавить библиотеку». Нажимаем на нее. Ищем нашу библиотеку. Лично у меня она скачана на моем диске. Вот в этом месте. Выбираю еще Retro Machines MK2. И выбираю именно библиотеку Retro Machines MK2. Вот эту папочку. Нажимаю «Ок». Смотрим. Вот она появилась. Все работает прекрасно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи.